Сергей, расскажите же, в связи с чем вы задержаны сотрудниками полиции? В связи с поджогом сухой травы. Где и когда вы совершили поджог сухой травы? Вчера, получается, 29.04.2022 года, около 8 часов вечера, ехал со стороны Ачинска в Степное. Первый поджог совершил сухой травы, не доезжая деревни Сиреуль, не доезжая речки. Второй, за деревней Сиреуль, напротив силосной ямы. И третий, это не доезжая деревни Степное, возле карьера, где я выбросил оставшиеся спички. Где я не раскаиваюсь, такого больше не повторится. Сергей, зачем вы поджигали траву? Ну, учились с детства, чтобы быстрее зашла новая, только как бы ради этого. Вы понимали, что данным деянием могло произойти возгорание домов, деревень? Да, как бы. Опасность осознавал, но как бы рассчитал, что в принципе огонь не должен туда пойти. Все понятно, спасибо.